В Совете Федерации рекомендовали правительству Севастополя создать новую особо охраняемую природную территорию Ласпи до конца 2017 года. Предложение сенатора Ольги Тимофеевой стимулировать создание заказника вошло в итоговый документ при подведении итогов года экологии в высшем органе законодательной власти страны. Напомним, заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации Федерального собрания России прошло в начале декабря. Тогда мы рассказывали об этом, цитируя интервью сенатора телеканалу Совета Федерации «Вместе РФ». Зачем губернатору тянуть время, не принимая соответствующего решения, если все документы были готовы еще к 1 августа 2017 года? То есть готовы документы, есть поручение президента, есть позиция профильных министерств, есть позиция законодательного собрания Севастополя, есть не просто позиция, а требования жителей города, и в результате мы получаем с вами то, что в очередной раз откладывается срок придания этим территориям особо охраняемого статуса. Сейчас стало известно, что в итоговый документ заседания Совета по предложению сенатора вошел следующий пункт, цитата, «рекомендовать губернатору города Севастополя, председателю правительства, принять постановление правительства Севастополя об утверждении положения о государственном природном ландшафтном заказнике регионального значения ЛАСПИ до конца 2017 года». Конец цитаты. Таким образом, Совет Федерации присоединился к числу требующих немедленного создания особо охраняемой природной территории. Ранее о своей жесткой позиции по этому вопросу заявляли Министерство экономического развития и правительство Российской Федерации. В Севастополь даже было направлено поручение с конкретным требованием создать заказник и срочно доложить об исполнении. Однако местная исполнительная власть это проигнорировала.